чем суть задачи сапер? Надо расставить сетку сколько-то мин. В данном случае у нас известно 11 мин. Так, чтобы они не попадали в клетки, где уже стоят цифры. А цифры показывают, сколько мин стоят в клетках соседних с цифрой. То есть у каждой клетки сколько может быть максимум соседних цифр клеток? 8. Максимум 8. Значит, из этих 8 клеток, ну скажем, вот здесь 3 заняты минами. У этой, из этих из 8 соседних одна занята миной. Вот задача. Поставить надо 11 мин, как я уже сказал. То есть они были поставлены, потом мы посчитали для некоторых свободных клеток, сколько соседних мин. И стерли. Снова стерли. С чего можно начать? Посчитать количество мин. Ну, их 11. Не-не, я имею в виду по числам. Да, по числам. Ну, вот, например, понятное дело, что некоторые числа, вот, скажем, две этих мины, они могут быть здесь, да, обе будут как бы учитываться у тройки, а могут быть обе здесь, да, ни одна из них у тройки не учтется. То есть довольно сложно. Но вот если разбить сетку на некоторые независимые области, то можешь что-то уже посчитать. Например, возьмем вот эту область. Сколько в ней мин всего? Три. Понятно. Вот эта область в ней не пересекается. Три. И в ней еще три мины, правильно? Да. Там три. Ну, потому что если тройка в центре стоит, если делать их вот, ну, восьми, тогда в данном случае из них как бы пять не занято. Да, вот это мины. Да, да, да. Да, все независимые области. Да. Вот еще есть независимая область, три. В которой тоже три мины. Уже девять. И два, один. И вот здесь вот еще две мины. Один. Это 11. Значит, в этих четырех областях всего 11 мин. Но они же взаимодействуют между собой. Где они взаимодействуют между собой? Они не пересекаются. Они только нет, касаются. Они не пересекаются, но все равно. Ну, касаться. Но нам же не сказано еще про касание, что касания не запрещены, ничего. Важно, что вот там три клеточки возникли, да. Вот там мины не могут быть. Вот точно. Потому что иначе было бы слишком много мин. Хорошо. Вот так. И поэтому здесь мы действительно можем поставить прочее. У нас здесь три, здесь три, здесь три, здесь две, всего 11, значит больше мин нет, кроме того, что, кроме отмеченных властей. Ну, поставить два прочерка, на самом деле, это уже полдела сделано. Теперь у двойки понятно, где ее две мины находятся. Да. То есть одна находится вот здесь. Рисую эту мину. А вторая находится здесь. Теперь в тройке не может быть там две мины. У единицы можно минусы. Да, на самом деле единица у нас уже свою мину нашла. Но здесь два минуса можно поставить. Все. Теперь на тройке, да, все три мины уже понятно, где можно поставить. Значит, у этой тройки будет еще там две мины, то есть такие четыре мины в ряд будут. У двойки теперь. Ну нет, на самом деле вот говорят, что у двойки две мины уже есть. Да. Поэтому здесь минус, здесь минус, здесь минус, здесь минус, здесь минус. А, ну тогда там уже эту независимую область можно заполнить верхнюю. Ну да, можно верхнюю заполнить, если у этой тройки должны быть три мины раз, два, вот здесь будет третья мина ее. Еще одна. Нет, а у этой тройки уже три мины есть, больше не надо. Ну, смотри. Там тройка тоже должна быть. Да, у этой тройки должны быть три мины. Но их можно спокойно поставить все три. Простите, в этой области, там где тройка свободная, там тоже три мины. Теперь единичка, там нет мин. Три мины. Ну, на самом деле, пока еще было непонятно, потому что одна уже есть. А, подожди, там единица. А вот теперь понятно, да. Но в единице можно поставить три минуса. Все, да. Теперь в этой тройке должно быть три мины, одна есть, еще две. Ну, а у двойки уже две мины есть, значит, есть минус. Теперь можно посчитать. Да, правильно. Сошлось ли количество мин? Задача решена.